Больш комфорту для пасажыраў на чыгуначным вакзале Мінска замена эскалатараў. Пад'ёмнікі абновяць да будучай вясны, а каб рэгуляваць новае абсталяванне, створыць спецыяльную дыспетчарскую службу. Мадэрнізуюць і пажарную сігналізацыю, а ў касавых залах з'явіцца сучасная сістэма кандыцыяніравання. Первой и второй очередям относятся замена эскалаторов, связывающих цокольный и первые этажи вокзала. Третья очередь строительства предусматривает замену центральных эскалаторов в фойе вокзала. Новое оборудование будет в полной мере соответствовать требованиям действующих правил по обеспечению промышленной безопасности эскалаторов. А вось у пераходзе ля самага вялікага падземнага гандлёвага цэнтра эскалатары заменяць на лесвіцы. Пад'ёмнікі там не працуюць ужо некалькі гадоў. Абсталяванне зношана поўнасцю. Новае стане больш зручным. Лестница будет устроена в монолитном исполнении из монолитных железобетонных стен перекрытия. Впоследствии будет облицована гранитными плитами. Пуск на месте демонтажа эскалаторов станет значительно шире, облегчит гораздо движение пешеходов и станет более безопасным. Зараз ідзе демонтаж састарэлых эскалатараў. У хуткім часе прыступяць да будаўніцтва лесвіцы. Завершыцца работы да канца лета.